цікавих професій. І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують, ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Через 5 секунд там вітер в лице, і ти летиш, мов скажений птах. Все, я вирішила. Коли виросту, буду працювати щось зв'язане з автомобілями. Ти впевнена? Безкінечні затори на дорогах, непроглядні вихлопні гази в лице. Ні, мені по душі більш природні. Якщо вітер, то чистий. І краще гуркіт від тупоту копит, ніж мотору. Зрозуміло. То ти пропонуєш бути водієм кобили? Не просто водієм, а берейтером. Це фахівець високого класу, який знає про коней все. Він їх виховує, навчає та готує для перегонів. Я бачила по телевізору. Мабуть, це дуже небезпечна професія. Мабуть, що так. І я знаю, куди ми зараз відправимося. На іподром. Поїхали! Ви на нас напалі? То це і є найсміливіша людина. Ви вихователь маленьких і великих коників? Так, я вихователь. Тобто берете. Тобто берете. Ну, не самий сміливий, але сміливість там нам потрібна. Я вас чомусь навчу, хочете? Так. Ну, тоді зі мною. Ну що, екіпіровку нужно змінити. Вестерн класно, но у нас как бы другая история. Ха, до мене повертаємося йде. Так ось вони, наші коники. А, клас! А це всі ваші коні? Ні, у нас багато коней. А мені ж лопотрошні. Біля 30 голов. Ого. Ого! А вони всі разом гуляють чи... Так, окремо? Нет, они отдельно гуляют. У каждого тренера есть свои лошади прикрепленные. Он занимается только ими и по очереди работает с каждой лошадью. У них есть специализация, есть выездка, есть конкур, есть прокат, есть все что угодно. Это каждый день потребно да, с ними працювати? Да, обязательно каждый день. А чему? Потому что лошади нужно работать, нужно двигаться, иначе ей будет плохо, она будет болеть. Как, кстати, людям тоже. Так, я знайшла дещо. У 19 столітті кожному кавалерійському полку, кожній артилерійській бригаді та кіноті призначався один берейтер. Навіть існувала берейтерська школа в Петербурзі. Це що, у гусарів? Так, і у гусарів теж. А зараз є такі школи? Є і школи, так. Да. Обучають берейтерів, вони обучають молодих лошадей. Для того, щоб потім спортсмени могли на них виступати, бігати, пригати. Медалі заробляти. Але, напевно, головна школа тут, на іподромі. Ну, основна робота і учоба – це на іподромі. І зараз я вас хочу повести, показати і навчити, дати перші уроки верхової їзди, так? Да? Так підемо? Ну, вперед, пошли. Красавица.
красавец Лате. Нас он будет катать. Добрый, послушный. А сколько воротов? Ему 5. Ну какой красавец. Золотой. О, хороший. Гладить аккуратно, потому что у него большой такой рот, чтобы он вас не укрузнул. Сахарок нужно давать вот на открытые ладошки. Смотрите, на открытые ладошки. Ой. И не вот так, а вот так, потому что так он может еще угрызнуть. А вот так давать надо, тогда он не укусит. Ага. А где его можно, ну, погладить, чтобы не укусив? Вот тут сбоку становишься возле коня. Щечку, шею. Сзади лошади не подходим, лошадь может ударить. Этот не бьет, но в принципе как техника безопасности. Он сейчас ждет, чтобы ему что-то дали, покормили. Он поворачивается к вам мордой. Для того, чтобы поседлать коня, нужно его почистить обязательно. Конь должен быть чистым. Да, потому что седло втирается в спину, чтобы не было никаких проблем у лошади, мы чистим. Для этого у нас есть скребница и щетка. Вот такая скребница, вот такая щеточка. Одеваем на ручки. Я сначала покажу, да? А потом сначала скребницей. Круговыми движениями и против шерсти, за шерстью. Всего-всего-всего-всего, да? Всего-всего-всего-всего-всего. Он качался у нас. Да, они очень любят, когда чистят. Потом щеточкой. И вот так всего коня. Щеточку очищаем от скребницы и работаем по всему коню. Кто хочет? Я сейчас. На тебе. Ты можешь зайти с той стороны. Сейчас, секунду. Зайди с той стороны, иди сюда. И можешь чистить его здесь. Сначала скребницей, потом щеточкой. Да, лошади очень любят, когда их чистят. Да, выстукивай об пол или об стенку выстукивай. Это перхоть лошади, все, что там, песок, потому что они качаются, опилки. А как часто и чем вы его моете? Моем вообще просто водой. Можно шампунем, но не чаще, чем раз в месяц. А я чула, що в аптеках продається шампунь кінська сила, які моються люди. Це один той самий шампунь? Ну да, конським шампунем моються люди. І лошаді дуже чувствительні к хімії, поэтому їм особий шампунь, щоб не було ніяких там хімічних роздражителей. Так що, коні ніжніші, ніж людини, якщо вони використовують такі шампуні? Ну, в какой-то степени да. Они не так избалованы химией, и они чувствительны каким-то вредным, каким-то градиентом. А я знаю, навіщо коням робити манікюр та педикюр. У них, як і у машин, є спеціальні, наче колеса, але у коней це підкови. Їх потрібно там чистити, доглядати. Все правильно, все верно. Ось, я знайшла. У кожного коня підкови різні за розмірами і навіть за призначенням. Для спортивних коней підкови одні, для важководів інші. Взимку прийнято підковувати коней спеціальними шипованими підковами, які дозволяють підвищити стійкість жеребця на смислі тобі не автомобіль. Ой, мені здається, що наш коник зовсім зголоднів. Чим його можна нагодувати? У лошаді є спеціальні корма. От один з них ми зараз вам покажемо. Вот такие мюсли есть, вот и зерна есть, тут все, что надо, и хлопья. Да, он очень их любит. Так здесь вообще вся таблица Менделеева, там необходимые кальций, и магний, и калий, и фосфор, витамины все возможные. Полный рацион для лошади, как и для человека, все это нужно. Я вас познакомлю с нашим кузнецом Петром Митрофановичем. Добрый день. Специалист по обувке лошадей. Хотите посмотреть, как это делается? Так. Це ви вмієте робити манікюр і педикюр? Вмію, так. А де ваш манікюрний набір? Ось тут спеціальний ящик, де знаходиться весь набір необхідного інструменту за догляду за копитами і для кування. Він зараз кований, але його треба перекувати. Для того, щоб перекувати, треба підкови зняти.
робити, як ви кажете, манікюр, треба звільнити копито від зайвої грязі. Для цього є спеціальний копитний крючок. Як зняли підкову, треба зрізати відросні частини копита, тому що копито росте так, як і нігті у людини, приблизно 10 мм за місяць. А як часто ви стрижете відус куди? 35-45 днів, так приблизно, такий період перекопу. Дівчата, я вас попрошу принести ту коробочку з цвяхами копитними. Дякую вам за цікаву інформацію. До побачення. До побачення. Я думаю, що ви вже стали кіношниками назавжди, так? Я відчуваю. Ну що, перед виходом на манеж нам потрібно його посідлати, одіти, як положено, да, і самим потім сісти. Ну що, пойдемо? Вы одеты, да, девочки? Осталось нам одеть лошадь. Для этого нужно седло, уздечки, вольтрап, меховушки. Тут много чего висит. Много лошадей, много различных приспособлений, хлыстики, корды. Слушайте, справжнее ковбойское седло? Да, это справжнее ковбойское седло. Да, в котором виде ты пришла, оно как раз под тебя. Это называется озброение кого-то? Ну да, да. Ногу перебрасывай, садись. О. О, а я забыла. Озброєння коня, означення коня з предметами необхідними для запряжки, сідлання та управління. Ой, тут так багато різних мотузочок, а як тут у всіх розібратися? Ну, это специалисты разбираются. Тут ничего сложного нет, когда с лошадью работаешь, все это знаешь. Все, теперь я точно відчуваю себе. Так, аккуратно. Справжнім ковбоєм. Но это седло сейчас не для нас. Мы его оставляем, пускай тут лежит. Берем наше седло спортивное. Тяжелое? Но оно не тяжелое, есть гораздо тяжелее седло. Берем меховушку, для чтобы лошади было мягенько. Берем вольтрап под седло. Этого сейчас нам достаточно. Уздечка там у нас есть. Пойдем седлать. Ой. Да, ну почти правильно, давай положим. Но вольтрап нужно одевать под эти липучечки, и надо быть сверху. Цепляется к седлу. Протираем сначала лошадку. Одеваем вольтрап. Название немецкое. Конный спорт пошел оттуда, поэтому название в основном немецкое. Ну, одеваем меховушку. Это такая меховушка, мягенькая такая. Это под седло. Да, лошадь была мягко на спине. Не сбили спину, чтобы вы, если будете там прыгать, гоцать на ней, чтобы ей было нормально. Такое седло, такая ручечка специально для новичков. У нас такая, помощник. Он стоит, уже привык. Одеваем подпруги, чтобы седло не слетело, да? Да, каждый день лошадь должна работать. Если она не будет работать, она будет болеть. И человеку то же самое, на диване лежать долго нельзя, нужно двигаться, иначе тоже будут проблемы. А лошади особенно, они всегда двигаются и никогда не стоят в дикой природе. Ой. Так, одеваем уздечку лошади. Да? А уздечку навища? Ну а как управлять будем лошадью? А, да. У лошади вот здесь, вот где будет трензель у нас, железо, зубов нет. А мы на лошади? Если тут видно, вот здесь вот зубов у них нет. Специально для железа природа так сама как бы придумала. Это природно, да. Это в том месте ложится железо. Можно помолиться?
нужно управлять. За повод не держится, потому что он заканчивается во рту лошади. Держаться за него нельзя, только управлять. Немножко его, да? Да, потому что больно. Лошадь сильно потянешь, ей неприятно, она будет сопротивляться. Так вот это как руль в автомобиле, да? Да, ты права. Это как руль. Как управление. Не бойся, не бойся. Берем вот за вот эту ручечку, да, руля, и идем лошадь на улицу. Она идет за нами. Алюр. А я знаю різновиди алюрів. Крок, рись, галоп. Да, это природные алюры. А есть еще те, которым научили лошадей. Это пассаж, это пиафе, это испанский шаг. Есть алюры быстрые, есть медленные. Каждый алюр имеет свою скорость. Шаг может быть сокращенным, может быть средним, может быть прибавленным. Так точно рысь и галоп. Есть карьер, который самый быстрый галоп, это карьер еще называют. А я знайшла одну цікавинку. Найшвидший у світі кінь набирав швидкість до 85 кілометрів за годину. А у 18 столітті знаменитий винахідник двигуна Джеймс Ватт для вимірювання потужності придумав всім відому кінську силу. Нічого собі. Ну, я думаю, що наші коники такі милі і розумні, що їх дуже легко виховувати. Но если смотрится со стороны, что это легко, это хорошо, значит, работает профессионал. Потому что на самом деле это очень непросто и опасно, и нелегко. Но для этого мы и учились, и работаем с ним, с лошадьми. Потому что все было хорошо. А когда кони начинают объезжать? Ну, можно уже объезжать с 2-3 лет. В 4 уже можно прыгать, к 5 годам уже можно что-то делать более сложное. А после 5 уже рабочая лошадь. Знаєте, що я знайшла? Самий великий кінь на ім'я Самсон жив наприкінці 19 століття в Англії. Його зріст був 2 метри 18 сантиметрів. А важив він понад 1,5 тонни. Його вивели із відомої породи шаер. А у вас є коні такої породи шаер? У нас нет шаер, а взагалі в Україні є, не так далеко від Києва є. А які бувають кінські кольори? Масти. Масти у лошадей очень много различных мастей. Основные это серая, то есть белая, гнедая, рыжая и вороная. А мне даже подобаются кони в яблоках. Да, серая в яблоко, говорят, да. Белой лошади нет. Если белая, так это светло-серая. Если она уже там какими-то рисунками, это серая в яблоко. А какие это колер? Ну вот. Это темно-рыжий конь. Ого. Ну, шоколадный. Смачно. И кличка у него Лате. Вот это тяжик, это Александровский тяжеловоз, Новоалександровский. Это в Украине такие. Тому он такой толстый, так? Ну да, он такой сильный, крепкий, выносливый. И верхом бегает, и препятствия прыгает, и может тяжести таскать. Он универсальный конь. И очень добрый, покладистый. Автомобіля «Мустанг» пішла від назви здичавілих коней. До речі, вони і зараз водяться в Америці. Є. Ну тоді це мій маленький понікат. Така собі маленька спортивна машинка.
Дякуємо вам, пані Наталю, за цікаву інформацію. У вас просто незвичайна професія. І тепер я точно вирішила, що хочу стати берейтером. Мені надає.